Приветик. Мы сегодня решили прогуляться с Лариской к пещере слона. Слона там не было дома. Слона там не было, пещерой. Это тоже можно с трудом назвать. Зато тут очень вкусные кокосы. Но они везде вкусные. Они везде вкусные. И мы проверили на практике, что если хотя бы чуть-чуть говоришь на бахасу, бахасе, то охотнее идут на скидки, то есть обычно кокос стоит 20 тысяч рупий, а мы его взяли за 15, причем легко как бы нам сбросили. Вот, я вам немножко покажу, что тут в окрестности. Пейзаж красивый, пещеру показывать не буду, смотреть не на что совершенно, то есть, ну, она в глубину метра в 10, наверное, и, ну, внутри ничего совершенно интересного. Тут довольно симпатичный пейзажик. Вот там вот вдалеке видна пещера слона. Вот здесь вот такая лестница вниз еще к храму. Вот здесь вот достаточно красиво. Тут вот мы присели поесть кокос в таком газебо. Сейчас я покажу тут купальник прикольный. Буквально рядышком. Связь может быть не очень хорошая, потому что все-таки вот такие вот тут купальни имеются. Вот. Некоторые люди туда заходят помокнуть, потому что жарко довольно-таки. Ну, вот такой вот храм. Такая территория с небольшим базарчиком, где всякое питье продают. Вход стоит 15 тысяч рупий на человека сюда. Ну, и, в принципе, приятное место для того, чтобы пойти прогуляться. Единственное, что всех обязывают одевать саронги. То есть выгляжу я сейчас вот так вот, как прям как болеец. Это обязательный атрибут при посещении храмов различных здесь. Мужчины должны и женщины ходить с закрытыми ногами. При этом можно с голым торсом. Женщинам, наверное, тоже было бы неплохо. Ладно, оставайтесь на связи. Будем еще вам показывать всякие интересности отсюда. Пока-пока.